Два десятка мальчишек и девчонок из близлежащих дворов поделились на две команды. Самое главное в этой эстафете – участие, хотя и без спортивного азарта тоже никуда. Любовь Мишина приехала в гости к маме из Калининграда, болеет за двух сыновей, которые участвуют в эстафете. В их городе такого нет. Во дворах не проводят вот так праздников. Мы первый раз попали. И как? Нравится. Дети увлекаются. Я считаю полезным. Дети организованно играются, какие-то такие игры, которые потом они внесут во дворы. Интерактивные дворовые площадки продолжатся и дальше. Они охватят весь город и сельские округа.